Но сегодня будет очень интересный день. О, какое платье! Костюмы, грим, сценический образ, репетиции, желание заявить о себе и, конечно же, талант. Это и есть рецепт выступления на полуфинале Central Asia's Got Talent. А вот секрет успеха и победы мы с вами узнаем вместе. До определения всех финалистов шоу остается все меньше времени. Позади 5 полуфиналов. Это были 45 потрясающих номеров. А мы продолжаем заглядывать за кулисы, чтобы узнать, как готовились участники. В эфире дневники лучшего шоу. Таланты Центральной Азии готовы покорять ваши сердца. После того, как мне сделали волосы, грим, вот все прям подходит, мне очень нравится. И вот я очень рада выступать, как бы, я чувствую, после того, как мне все это сделали, я чувствую себя какой-то звездой, что вот меня сами накрасили, сделали все, и я чувствую себя просто раскрепощенной вот так. На прослушивании Айлун Галымбек удивила всех своей уверенностью и артистизмом. А ведь тогда над образом вокалистки еще не работали стилисты. Полуфинал – это своеобразное боевое крещение артиста. Здесь участники должны показать уже не только свой талант, но и доказать, что они – настоящие звезды, умеющие зажигать на сцене, срывать аплодисменты и покорять зрительские сердца. Одна из важных составляющих настоящего шоу – сценический образ. Важна каждая деталь – одежда, макияж, прическа, мельчайшие аксессуары и даже настроение. Мне нравится этот очень костюм. Он в стиле Бейонсе, только я чуть-чуть его поменяла, потому что у Бейонсе на том концерте, где она пела тоже эту песню, которую я буду исполнять сегодня, вот она там сверкала такая, знаете, мерцала, а у меня более, знаете, такой casual стиль. Вот получается, у меня юбка-трансформер, плащ, то есть, и здесь шорты. Мы сразу покупали перья, которые сказала нам вот из ателье девушка. Она сказала нам перья, и вот здесь еще есть камни. Все эти детали как бы дают моему образу более такое, знаете, не просто вот такой простой, знаете, костюм, а чтобы как больше как бы добавлять что-то, чтобы было, знаете, все дополнено, знаете. А вы заметили, как интересно прозвучал хит Бейонсе под аккомпанемент укулеле? Не ломайся, Бейонсе. Ой, да брось, она суперзвезда, ты не можешь ее не знать. За такие эксперименты зрители и сами артисты любят наше шоу. Здесь даже суперхит можно подать по-новому. В полуфинале мы увидели много певцов, музыкантов и танцоров. Мехроб и Навджавон из Таджикистана вновь удивили игрой на национальных инструментах. Музыканты
Мультиинструментальные выступления всегда вызывают бурные эмоции у зрителей. Ведь освоить даже один музыкальный инструмент уже нелегкая задача. Моя мама тоже занималась музыкальной деятельностью. Она великолепно играла на аккордеоне. В молодости моя мама объездила полмира, играя на аккордеоне и показывая свой талант. В нашей семье творческий деятель мой дорогой папа. Он играет на думре и табляке. Он отвел меня в музыкальную школу, и я проучился там 5 лет. Я поступал на флейтиста, но видя, как играет на гитаре Бахтияр Аксакалов, я решил тоже учиться играть на гитаре и стать таким же успешным, как он. Без страховки. Обладатели золотой кнопки, коллектив «Театр чудес» показали еще более сложный уровень, чем на прослушивании. Вау, ты это видел? К своим и без того зрелищным акробатическим трюкам ребята добавили полеты на высоте более 3 метров и сложные костюмы. В итоге получился красивый номер, после которого ни один ребенок уже точно не будет бояться монстров под кроватью. Все вокалисты с особым трепетом ждут комментариев от Нурлана Абдуллина. И он с удовольствием отмечает профессиональный рост участников. Ты пела сердцем, да? Это очень важно. Поэтому спасибо тебе большое. 2 года назад именно Нурлан нажал на красную кнопку. И вот сегодня он сказал то, что я очень хорошо прожила эту песню. Я очень рада этому. Ясмину Муратову судьи шоу помнят еще с 1-го сезона. В этом году исполнительница взяла с собой талисман – плюшевого зайца. Это мой талисман. Я его в прошлый раз забыла, в этот раз с ним. И он, кажется, работает. По крайней мере, в этом сезоне с излишним волнением Ясмина справляется на отлично. Я очень рада, что получилось вписать моего талисмана в нашу постановку, так как изначально он как бы не соответствовал нашему номеру. Вот. И мы приняли решение отдать его мальчику, чтобы хоть как-то с ним выступать. Такое спокойное и собранное настроение было не у всех. Время идет медленно. Оно прям тянется с каждым разом. Вроде бы мое выступление будет уже очень скоро, но я не знаю. Время почему-то на этот раз не скоротечно. Было ли виной тому долгое ожидание или сказалось волнение, но Бегаи Мурзабекова из Кыргызстана, поразившая жюри на прослушивании, осталась недовольна своим выступлением. Сегодня я, мне кажется, не справилась с задачей, потому что это получилось не так, как я хотела. В первом этапе, мне кажется, я выступила лучше, поскольку технически первая песня была намного легче второй. И также на сегодняшнее выступление, на качество сегодняшнего выступления влиял сон, нервы, там, переживания. Но судьи не так критичны, как Бегаим, и оценили ее выступление по достоинству. Бегаим еще одно свидетельство того, какая непростая работа предстоит нашим зрителям. Все полуфиналисты крутые. Как вы будете голосовать, я не понимаю, потому что голос хочется отдать за каждого. Ребята, это так круто.
I'll turn around to turn around so we can clap hands. Turn around, it's light flutter. Turn around, but please don't butter. Я был поглощен всем тем, что она творила на сцене. Это было очень красиво, это было очень профессионально. И насколько ее партнер поддерживает ее, такой молодец парень. С первых минут появления на шоу дуэт из Азербайджана Джавида Аслан и Гандав Акбарлы сразу и навсегда влюбил в себя членов жюри. Говорю вам «да». Спасибо. Чоксалам. У вас 4 «да». Вы проходите в следующий тур. Я видела на тот момент, насколько было трудно исполнять эти трюки в танце, в выступлении «Гандафт». И она держалась как настоящий артист, и солнечно на ее лице улыбка. Видно было, что она уже в конце сидит, ее трясет, она уже дрожит, что ей больно. И это очень большой труд, тяжело эти номера сделать. Сложности, которые заметила Ситора Фармонова, действительно были. Дело в том, что участники приезжают из своих стран на 3 дня. 2 из которых усердно репетируют. Времени на отдых практически нет. Для некоторых участников это было сложно. Обычно в поездке, особенно после самолетов, у меня очень болит спина, и из-за этого я не могу долго сидеть. Но на номер это никак не повлияло. Танец Джавида и Гандав по-прежнему приковывает к себе внимание и держит в напряжении до конца. Настолько, что мы не заметили мелких неожиданностей, которые произошли во время выступления. На последней песне мы немножко оказались впереди, чем нужно было. И момент был, где я делаю соло-выход, у меня было очень маленькое пространство, еще очень маленькое между вот этими мониторами и Гандав. Я максимально там был компактным, чтобы вообще никого не задеть и этого. Ну так, немножко создает какие-то неудобства, но я стараюсь это не показывать. Какие-то мелочи всегда бывают, никогда... Ну, очень редко, когда что-то идет идеально, но... то есть из-за того, что... Ну, она тоже много раз выступала, я тоже опытен в этом, мы умеем выходить из ситуации и... ошибку превращать в запланированный, так скажем, какой-то момент. У меня было, что я один раз упал со сцены. Это был генеральный прогон, там смотрели люди очень важные. Я танцевал и был на краю сцены, я этого не видел, потому что пушка светила мне прямо в лицо. И как-то так получилось, я делал шаг вперед, я чувствую, что я провалюсь, а там, ну, метра... 2 метра, кажется, где-то было, и на лету я понимаю, что я падаю и приземляюсь как-то, типа, вот так, типа, красиво. И эти, короче, те, кто смотрели, о, типа, это классно, мы хотим это видеть. И я на выступление сделал точно так же, сделаю, что я падаю. После этого выступления участникам наверняка будет что вспомнить. А вместе с ними и нам. Ведь над номерами в полуфинале работает большая команда профессионалов. Каждый участник привнес элементы своей культуры. А Руслана Амирасланова из Казахстана и вовсе можно смело назвать лицом нашего международного проекта. Я родился в Казахстане, по национальности азербайджанец, родители из Грузии. Можно сказать, я грузино-казахстанский азербайджанец. Сладкий, красивый Руслан. Ну, вы знаете, я честно не ожидала, что он с полуфинал, сцену, центр Asia's Got Talent в полуфинале так взорвет. Он еще и так эмоционально же пел. Казах,
Руслан очень хотел исполнить в полуфинале Central Asia's Got Talent песню «Самга» и тщательно продумал все детали своего образа. Сшила мамина знакомая специально для этого конкурса. Ну, он мне очень понравился, особенно кофта, она свисает прикольно. С моими движениями, когда я криво делаю, она более дает плавность. Нурлан Абдуллин говорил, что он думал, что в этот момент вот я не попаду в ноту. И он сказал, что он удивился, когда я попал в ноту и хорошо спел. Я был уверен, что я ее возьму. Это был самый трудный момент в этой песне, но я смог ее спеть. В этом моменте очень высокие ноты. Поначалу, когда я учил эту песню, у меня этот момент не получался, но в итоге он у меня получился. Самга деген әннің өзі қандай? Осы ата-бабаларың аруақтары сені қолдап, самғай бер, мына біздің бүткіл елге емес, бүткіл әлемге, молодец, бақытты бол. У Руслана уже есть опыт участия в конкурсах, и это помогло ему в нашем проекте. Но юному исполнителю всего 12 лет, и впереди у него главное испытание, через которое проходит каждый вокалист – мутация голоса. У него классное будущее. Если он будет в стиле, именно в сфере вокалиста продолжать свою карьеру, он далеко пойдет, потому что у него нереально крутой тембр голоса. Но у него сейчас будет переходной возраст, начнется. Ему нужно учесть одно, что его родителям я бы хотела посоветовать уберечь его голос именно вот на протяжении 5 лет. Тот период, когда человек, вот именно связки, они начинают расти. И вот не сломать голос, чтобы вот это очень важно, не упустить этот момент. До финала остается все меньше времени. Но перед этим вам предстоит увидеть и оценить еще 27 уникальных номеров. Не забывайте, что только ваш голос может приблизить к победе любого из участников. Не пропускайте выпуски шоу на телеканалах всех 5 стран-участниц. Это НТК и Туркестан в Казахстане, Сафина ТВ в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, узбекистанский телеканал «Севимли» и «Хазар ТВ» в Азербайджане. Это были дневники проекта Central Asia's Got Talent. Оставайтесь с нами. А пока мы можем подглядеть, как участники готовятся к своему выходу. Каждый раз перед съемками, перед выступлением, минут 20 сначала молчу, просто молчу, отдыхаю, набираю сил. Нельзя тратить энергию попусту, нельзя. Давайте мы с вами увидимся чуть позже, уже в зале. Я вам желаю удачи,